гости, позвольте приветствовать вас в стенах Государственного Ереванского государственного университета. Сегодня начинается работа школы молодого преподавателя. Преподаватель никогда не может быть старым, в любом возрасте он должен быть молодым, чтобы достичь своих главных целей. Поэтому мы все преподаватели всегда молоды, полны оптимизма и надежды. Позвольте приветствовать руководство Ереванского государственного университета, которое поручило мне сделать на конкурсе вне границ республики. И надеюсь, что сегодняшняя встреча этих дней наладит практическую конкретную связь и с факультетом русской филологии Ереванского государственного университета, которые я буду через представлять. А сейчас хочу передать слово Владимиру Михайловичу Жилюкину, заместителю Владимира Михайловича, заместителю председателя. Представился на вопрос сотрудничества по мнению. Я очень рад, что все собравшиеся прошли заинтересованно. Ждут начала школы молодого преподавателя. Я, естественно, в первую очередь хочу поблагодарить Ереванский государственный университет за возможность организовать такое серьезное ответственное мероприятие и пригласить для участия в нем такое большое количество учителей из школ не только Еревана, но и район других областей Республики Армения. Разрешите представить вам тех, кто будет с вами в течение трех дней работать по вопросам методики преподавания русского языка. Это очень представительная делегация Российского университета дружбы народов. Мне хотелось бы, может быть, немножечко поподробнее остановиться на том, что мы с вами будем делать в эти три дня. Вот коллеги сейчас раздали программу, мне хотелось бы такой небольшой комментарий внести. Во-первых, наше мероприятие проходит в рамках федеральной целевой программы «Русский язык». Это достаточно большая программа. И работаем мы с преподавателями различных. Название «Школы молодых преподавателей» название достаточно условное. Именно потому, что, я вам честно скажу, мы не приехали сюда вас учить, потому что мы прекрасно знаем, насколько сильная лингвистическая и методическая школа всегда была в Армении. У вас прекрасно замечательные вузы, и Ереванский государственный университет, и лингвистический Неплюсова, и славянский, армянский университет. Мы очень много коллег знаем. Мы очень часто участвуем в ваших научных конференциях, поэтому слово «школа» в этой ситуации мы с вами можем рассматривать достаточно условно. Нам просто очень хотелось бы с вами встретиться, нам хотелось бы поделиться тем новым, что есть сейчас в российской методике, рассказать вам об этом и, конечно, обязательно послушать, что нового у вас. Чем вы можете обогатить наши знания? Потому что профессиональные встречи наши, к сожалению, теперь уже не так часто, как они были раньше, и очень хочется все-таки как можно больше общаться с теми людьми, которые занимаются практической работой. Активные процессы в современном русском языке, так в общем, так состояние русского языка, отношение к нему в российском обществе, так и языковая политика государства. Вот краткий круг вопросов, о которых я хотел бы сейчас рассказать. Thank you.
сказали, 2-3, буквально 2-3 звука, да, возможно, вот дали гласные, дали две согласные, и тут же идет переход к практически полному предложению. Да? Это он, это то, с чего потом дальше начинается. И достаточно разнообразны эти предложения. Все это можно сделать, зная только гласные и два согласных звука. Во-первых, я рад видеть такую красивую аудиторию, и по поручению чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации Республики Армения Вячеслава Ильича Коваленко от себя лично хотел вас искренне приветствовать, поздравить с тем, что наши курсы первые такие, и, наверное, благодаря Рудаину нашим истинным друзьям, первым в Армении. Барсиган Тереза. Барсиган Седа. Барсиган Седа. Где Барсиган Седа? Янгибарян Маргарита. Янгибарян Маргарита. Вартанян Алла. Спасибо.